И в детстве своем невозвратном, и будучи взрослой уже, живу я одним лишь театром, когда я не в нем, он в душе. Подруги считают, что, дескать, у жизни моей слишком бедный сюжет. Ну что ж, вы же знаете, страсть — это деспот, а деспоты требуют жертв. Звонки отзвучали, буфет вымирает, смеркается в зале, на сцене светает божественный Гёте, бессмертный Шекспир. Вы все тут найдете, всю жизнь и весь мир, всю жизнь и весь мир. И в детстве, и позже подростком, как буря рвалась я в театр, сыграть на священных подмостках хотя бы Марию Стюарт. Ах, наши надежды на счастье, вы знаете, это не хуже меня. Мечты исполняются, но лишь отчасти, отчасти сбылась и моя. И вот я иду каждый вечер, в костюме мой выход вот-вот. Я первого зрителя встречу, такой мне оказан почет. Еще до вступления оркестра, и еще до звонков перед вами стою. Пальто принимаю и царственным жестом в ответ номерки выдаю. Да-да, принимаю и царственным жестом в ответ. Да-да, номерки выдаю. Звонки отзвенели, вот кто-то вбегает, и он еле-еле вбежать успевает. А там и Островский, а там и Толстой, меня с Моктуновской подвозит домой. Или Толя Папанов, или Миша Ульянов, однажды Миронов, нет-нет, Броневой, да нет, Лановой, Лановой, Лановой.